сковородку, что угодно. Идти убивать дробовичка. Хорошо. Сюда. Твистер, уже два кила, это будет третий. И остался от ставки сил также закидать теми самыми осколочными гранатами. Вот она, трехочковая, сюда, 5 килов от Твистера. Кто MVP? Сюда неси эту медаль. СНК все еще... И он может сейчас... Нет, я не понял. Вновь его отменил. Скайрикс находит минус по Кадырову. СНГ команды друг другу мешают. Просто замахтает. Пирожки выбивают вареников сейчас. Собраться не так просто. Ему нужно контролировать. И это минус вареники. Матин за стенками. Тут целый лабиринт для себя выстроил. Но опять же, надолго тебе эти стенки не укроют. Хотя один минус имеется. А если перестрелять Шир, отлично. И в 1-1 файт тут. Это будет заявочка. Они вытаскивают эту ситуацию. Но каких остается буквально один выстрел сделать. Какие же они крутые. Слушай, они добьют. Это 1-3 ситуация. Лук один. Как же это круто! Джоу, граната полетела! Серьезно, просто двоих наказал, и мистер Куст практически затащил. Осталось последнего. Пушит и тиммейт спрыгивает. Какой тиммейт? Зармара очень рано спрыгнул. Такое ощущение, его убивают моментально. Снайперки, как с дробовика у него это получается? Один в один. Боже, психа. И псих дает подзатыльник. Псих 10 килов. Один Диабло. Неужели он выиграет? Выиграть, вернее, данную стычку. Пока Мансит за стенкой понимает, что надо выиграть время. Еще одна сольная дуэль. И дадим три. Он сейчас подача, дробовик. Такая стычка невероятная. КП больше у Диабло. Он должен выигрывать эту перестрелку, если только ему полетит стрельба. Да, минус кебаб. 8 от Кадырова, друзья. Это возвращение граник, легендарного гренадера. У Кадырова просто. Граник есть. Кадыров уже там радостный с улыбочкой. Санфоя похоронил. 9-й килл Кадыров. И остальных тоже сюда. 16 еще килов. Одного Кадыров. СНГ, СНГ сила. СНГ сила. Ну да, вареники на первом месте. All-Star Tournament. Самый главный режим Battle Royale выигрывают вареники.